Приветствую вас! Я Лена. Я не психолог, я педагог, я коуч, такой помогатор. И как здорово, что в наше время сейчас есть столько возможностей, и столько мы уже знаем и умеем, что приходит время, когда ты начинаешь делиться тем, что ты знаешь, уже умеешь сам. Зайдя на мой телеграм-канал, вы можете увидеть, и понять, и осознать, что развивать ребенка просто. Нужно просто превратиться в него, начать делать вместе с ним и использовать разные легкие инструменты. Во-первых, это может быть тейпирование. Я могу научить и рассказать, и показать, как можно тейпировать для, например, того, чтобы лучше работала мелкая моторика. Могу показать разные упражнения. Я могу показать, и я создала даже уже свой курс по обучению тейпированию для разных видов звуков. Когда вы тейпируете определенные зоны, начинаете выполнять артикуляционную гимнастику, и ребенку гораздо проще и легче дается постановка звуков. А что еще может быть в этой жизни? А что? Что, если сегодня может стать началом чего-то нового? А что, если пришло время для чего-то нового, что гораздо легче, добрее по отношению к себе, да, где мы действительно проявляем ту доброту к себе? А что, если мы живем и не осуждаем себя, и принимаем себя такие, какие мы есть? А что, если вы попробуете вместе со мной разные телесные процессы, вы попробуете и решитесь на то, что, оказывается, можно получать разные процедуры для детей. Это воздействие на голову. У нас на голове есть очень много точек, 32. И воздействие на них легкими прикосновениями. Мы можем с вами отдохнуть. Первое — это просто отдохнуть и расслабиться. Закончится мыслемешалка в голове. Вы будете чувствовать легкость, радость, великолепие. Вы будете осознавать, что это такое. А что, если, используя разные телесные процессы на теле, вы поймете, что, оказывается, можно запустить иммунную систему. И много раз, когда я даю консультации родителям, я всегда говорю: массируйте точки, массируйте, массируйте пальчики. Да, да, как может быть еще проще и легче? О, скажите вы, чего это ты там нам рекомендуешь и советуешь? Ведь нужно же сидеть и все четко выполнять. Да нет, не нужно. А что, если это просто игра? И через игру, через легкость, через нашу осознанность, наше восприятие и принятие того, что мы безграничная сущность, можем все это получать с легкостью, с радостью и великолепием. Задавайте вопрос: а что я могу сделать сегодня для себя, для этого мира? Какое волшебство я могу создать? И если вам сложно, или вы запутались, или вы не знаете какого-то выхода, пишите, звоните. Я готова онлайн или офлайн при встрече за чашкой чая, за чашкой кофе посидеть, пообщаться, поговорить, и, возможно, ваша жизнь изменится с первого же часа общения.